Можно ли жить полноценной жизнью, лишившись зрения? Абдулла Аблемитов из села Нариман на своем примере показывает, что можно. Быть оптимистом, радоваться жизни, заниматься любимым делом и мечтать. Ему помогает вера. А настоящий мужчине – сила и воля. Абдулла Алиев. Он, как обычно, выходит заранее из дома. Призывать к молитве необходимо без опозданий. Путь до мечети он проходит всегда пешком. И это удивительно, ведь Абдулла почти совсем не видит. Словно указатель, искренняя вера доводит его до мечети. Он подходит к микрофону и оповещает все село о наступлении намаза. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Итак, уже на протяжении 10 лет. А когда-то, по словам Абдуллы Аблемитова, это было его заветной мечтой. Будучи 17-летним юношей, по просьбе имама он начал призывать людей к молитве. Тот день он считает одним из самых счастливых в своей жизни. Один парень подошел ко мне и сказал: «Тебе зовет имам к себе домой». Потом я пошел к имаму, спросил. Имам сказал мне: «Ты хочешь быть муадзином?» Сказал. «Хочешь читать азан?» Я обрадовался и сказал: «Да, конечно. Я люблю читать азан». Тогда имам мне сказал: «Ты с этого момента будешь муадзином», сказал, «будешь читать азан». Почти полное отсутствие зрения не стало для него преградой к получению знаний. Он обучался в медресе, умеет читать Коран и знает некоторые суры наизусть. Помимо этого, любое религиозное мероприятие в селе не обходится без его участия. Он любит петь нашиды на арабском и ногайском языках. И это у него получается весьма неплохо. В селе Нариман, наверное, нет человека, который бы не восторгался мужеством и силой воли Абдуллы. Такое отношение к своей религии, конечно, является примером для многих людей. Это достойно уважения. Достойно того, чтобы каждый поразмыслил над этим. В действительности, глядя на нашего многоуважаемого брата Абдуллу Муэдзина данной мечети, каждый из нас может извлечь для себя урок, потому что он, несмотря на те проблемы, с которыми он сталкивается, несмотря на свое состояние здоровья, то, что он испытывает проблемы со зрением, он приходит, совершает здесь намаз, читает азан, призывает людей к молитве и старается изучать Коран. Он посещал медресе и изучал назму на своем родном языке. Но быть муэдзином не единственное заветное желание Абдуллы Аблемитова. Он мечтает совершить хадж, побывать на родине пророка Мухаммада, выпить из источника Замзам, исполнить свой долг перед Всевышним. Будем надеяться, что в будущем ему это удастся. Абдулла Алиев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Ногайский район.